Итак, Федика показать. Начинаем. Андрей Андронович сегодня в духе, да, и обучает молодых скалолазов. Вадика. Молодого, да, Вадика. Молодого скалолаза. Лезть в шестерку Б. Да. Ну, в принципе, Вадик ее уже освоил. Я только не могу до конца налезть. Все, потом нажимаешь на стоп, а потом стоп нажимаешь. Стоп такая есть. Итак, на старт. Внимание. Марш! Спайдермен. Рок спайдер. Хоп-хоп-хоп. Так когда смотришь, кажется, что это вообще элементарно. Но на самом деле здесь отрицательный уклон. Страховая, знаешь, как сложно. А, потому что сильно быстро лезет. Не успеваешь, ага, вытаскивает. Ага. Хорошо, что для этого есть ты. В общем, насмотревшись на эту красоту, на эти чудеса, которые показывает Андрей Андронович, я решила, что отпуск здесь самый лучший, и я буду приезжать только к мистеру Андрею Андроновичу. Чтобы любоваться, как он лазит, как он ходит по тросу, чтобы любоваться вместе с ним закатами, ездить на акул смотреть. И все. Вот, все.